Районная газета для бавлинцев – это один из основных источников информации о жизни города и района, интересных земляках, историческом прошлом и перспективах развития. «Слава труду газету нашего района мы очень любим и выписываем ее уже не первый год. Выписываем ее почти всем коллективам. Ежегодно по полугодию мы приходим в отдел образования или в редакцию и оформляем эту подписку. Эта газета очень нравится, она у нас во всех группах, сотрудники всех групп почти выписывают. Выписывают не только себе, но и своим родителям, потому что некоторые родители уже в пожилом возрасте и в деревнях, и так им удобнее привозить своим родителям как в качестве подарка эту газету. Работники сферы образования понимают это особенно хорошо. Выписываем газету уже не первый год. Нам нравится детская страничка, нравятся сказки, которые там публикуются, головоломки. Наши родители подписывались на эту газету, мы помним ее еще с детства. Очень было интересно читать истории нашего города. Подписаться на издание можно и онлайн. Этот способ будет удобен тем, у кого день буквально бывает расписан по минутам. А в период подписной кампании организации предприятия Бавлинского района могут поучаствовать в акции «Поддержим местного производителя» и выиграть подарок для своих сотрудников – современную микроволновую печь от мультимедийной редакции «Бавлинформ». Для участия в акции необходимо успеть до 30 декабря подписать 10 или более сотрудников на газеты «Слава труду» или «Хезмет Кедан». Мария Кандаурова, Булат Миязов, БРТ.